Если бы сейчас я увидела российского военного, Так. я бы отрезала ему пальцы по чуть-чуть, по одному в день, не давала бы кушать, не давала бы, чтобы он дольше прожил и мучился. Я бы собственными руками его убила, честно. Но Нас наши не все так такие не в делают. Украине, Но но я бы фашистов на точно. Украине нет никаких, да? Я фашистка, окей, якщо вам так легше, добре.